Славянские студенты приняли участие в акции «Спаси жизнь». Молодые люди стали донорами крови. Почему они решились на этот важный шаг, смотрите в следующем материале выпуска. По статистике, каждый третий человек на Земле в течение своей жизни нуждается в переливании крови. Но, к сожалению, доноров на всех не хватает. Для того, чтобы привлечь внимание людей к необходимости сдавать кровь, Управлением по делам молодежи совместно со Славянской ЦРБ была проведена акция «Спаси жизнь». В акции приняли участие студенты Славянского сельскохозяйственного техникума и филиала Кубанского госуниверситета. Благодаря таким мероприятиям молодые люди понимают важность сдачи крови для оказания помощи другим людям. Сегодня мне предложили поучаствовать в сдаче крови. Я никак не мог пройти мимо этого, так как я давно занимаюсь волонтерством, и я считаю, что это очень полезная деятельность, которая связана с помощью людям. Вот. Я не первый раз уже сдаю кровь, и не последний. Но процедура проходит безболезненно, и этого не надо бояться. На самом деле ничего страшного. Слово «донор» происходит от латинского «донаре» – «дарить». Подарить другому жизнь может любой человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний. Сдача крови безопасна. Донорские пункты обеспечены одноразовым стерильным оборудованием, индивидуальными системами. Сдав кровь, вы можете спасти чью-то жизнь. Отделение переливания крови в Славянске на Кубани находится в поликлинике номер 1. С собой необходимо взять паспорт. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».